По итогам матча Академия имени Коноплева, Московский Спартак, завершившийся ничейным счетом 1-1, общаемся с Гором Лошковым, нападающим футбольного клуба Спартак. У команды украли победу, за счет чего это стало возможным. Почему не смогли? Вопрос неприятный, но... Прежде всего, мы физически подсели, команда подустала, трудно играть на два фронта. У нас так получается, что команда, половина состава находится в академии, половина состава в молодежном составе. Не очень комфортно в таких условиях тренироваться, но мы стараемся. Прежде всего, говорю еще раз, что мы подсели физически, подустали. А вот если возвращаться к самому началу матча, когда забили гол, когда лично у вас было несколько эпизодов и также у ваших одноклубников, сказал, что соперник немножко с дрожью в коленах вас встретил. Вот не чувствовалось это на футбольном поле? Да нет. Ну как, поначалу у нас был план на игру определенный. Мы планировали встречать немножечко от своей половины поля. И когда мяч загонять во фланг и там прессинговать, постараться отобрать. Впрочем, у нас получалось пару атак, с которыми мы даже забили. Но... что забили быстрый гол, должны были просто дожимать. Второй, там у нас были подходы, были возможности еще сделать счет больше в нашу пользу, ну и получилось. Впереди дерби с ЦСКА, и может быть как раз таки вот эта спортивная злость, она и хорошо, что как раз таки перед дерби, потому что дополнительные эмоции. Да, ну прежде всего мы будем играть дома, родные трибуны все равно должны помочь нам, будем готовиться. Понятно, большое спасибо, пожалуйста, вам все задержусь. По итогам матча Академия имени Коноплева и Спартак Москва, нашему вниманию нападающий футбольного клуба Академии Егор Тоцкий. Егор, ну действительно, до последнего верилось, что команда может сравнять счет. Что сами футболисты по этому поводу думали на поле, потому что ну, ответственность на них была на самом деле очень высокая. Ну, мы до конца шли, прессинговали. Ну, где-то, может, не получалось какие-то моменты. Но мы все верили, я видел огонь в глазах ребят. В итоге затолкали, 1-1 сделали счет. Хотя бы очки какие-то дозабрали. Как бы сам прокомментировал эпизод со взятием, в котором ты принял также непосредственное участие? Не знаю, там защитник наш хорошо доработал, подал. Я пробил, и на добивание мы забили хороший мяч. Ну вот этот вот удар в бисеклет, и как на него решился на последних секундах, ну это определенной смелости и героизма требует. Ну честно, я даже такой удар уже давно бью, и почти я думал забью я, но там на добивание забил все-таки наш игрок. В двух стартовых турах две ничьи, можно ли их сравнивать? Я думаю, нет, нельзя, потому что там мы как-то прессинговали больше было моментов. В этом же матче не особо было моментов, но важнейшие мячи мы забили, которые нужны были нам. Команда уже находится на пике формы или если нет, потому что все равно была немножко скомканная подготовка, когда она выйдет на этот самый пик формы? Я думаю, вот с следующего тура мы уже будем рвать всех, честно даже так скажу. Понятно, большое спасибо на этой позитивной спасибо, ноте. Все. Внимание, старший тренер Спартака Вадим Юрьевич Романов. Спартака сегодня украли победу. Почему так случилось? Ну, игра продолжается до финального ЦСКА. Где-то, видимо, в каком-то моменте мы потеряли концентрацию и поплатились за это. Футбол будем делать выводы, анализировать игру. Стараться, чтобы впредь таких ошибок не было. Ну, так получилось, что как раз наша комментаторская позиция находилась рядом с вашей скамейкой. И мы видели, как вы активно жестикулировали на последних минутах встречи, понимая, что такой исход может быть, и предполагали, что такое может быть. Почему все-таки не удалось довести до подопечных? Что нужно играть от свистка до свистка. Будем разбираться, видимо, где-то что посчитали, может быть, что игра уже закончилась, там где-то какой-то момент там соперник оказался лучше. Ну, такой эпизод, я бы не стал его прям рассматривать в контексте там целой игры. Ну, вот.
Счет это всего лишь там два эпизода в игре, один гол забили мы, один. Ну, а все остальное время важно нам содержание. Вот, мы анализировали будем всю игру, все содержание, которое было на протяжении всего матча. А вот, кстати, содержанием ли остались довольны, потому что временами Спартак показал действительно футбол очень приличного уровня и соперника заставлял бегать без мяча. Ну, такой матч получился неоднородным. Были фрагменты хорошие, были фрагменты не очень хорошие. Вот, где-то, наверное, сложился перелет, наслоился, где-то, может быть, неоптимальная готовность. Такой, скажем, матч получился неоднозначно с точки зрения качества. Ну, вот эта спортивная злость, которая сейчас у ребят, я думаю, в раздевалке, она на игре с ЦСКА придется как раз таки в пору. Всегда злые до игры, всегда злые до побед. И да, я думаю, что этот упущенные 2 очка и упущенная победа, конечно, разодорит ребят и будут еще злее. Понятно. Большое спасибо. Желтов Игорь Викторович, главный тренер команды Академия. Игорь Викторович, украли победу у Спартака, как это стало возможно? Почему украли? Мы ее заработали. Я думаю, все 90 минут игра равная. И не скажешь, кто здесь Спартак, кто Академия. Как бы. Две равные команды. Просто у нас желание больше было, поэтому и... ну, где-то мастерства, конечно, не хватило, это понятно. Но я считаю, желание больше, поэтому и отыгрались на последних. Вы очень активно на протяжении второго тайма жестикулировали, подгоняли вперед своих подопечных. Вот как удалось донести до них эту ключевую мысль, что все в их руках, и они могут все-таки положить нам результат это сделать? Ну, в такие моменты очень тяжело со стороны подсказывать и доносить, потому что, я думаю, в этот момент футболисты не слышат тренера. Да, отдельные какие-то голоса, высказывания, но они сами хотели. Сами хотели заработать эти очки. Я считаю, они заслуживают этого, молодцы. Все 90 минут, желания, эмоций. Я считаю, хороший футбол. Извините за вопрос, но показалось поначалу, по первым минутам встречи, где-то несколько с пиететом относится к сопернику, потому что вроде Спартак вышел. Да, ну да, было такое, что все равно Спартак же это одна из ведущих академий страны, поэтому, ну... Для кого-то это был первый матч в своей жизни с Спартаком, где-то кто-то чуть-чуть не справился с эмоциями, то есть ошибочки были именно вот на этом психологическом, так скажем, базе, вот на этой. Ну, ничего, дальше справились, играли свой футбол, навязывали свой футбол. Я считаю, это закономерная трудовая ничья. Вот чувствуется, что от тура к туру ребята раскрепощаются и понимают, что могут играть на равных с ведущими клубами России. Ну, для этого мы здесь и работаем, чтобы... Это всего лишь наша работа. Понятно. Спасибо большое. Спасибо.